Хочу показать вам вот такие карамельки с желейной начинкой. Подушечки вот такие. Достаточно большая банка. Вот такая интересная. Можно на подарок кому-нибудь в гости. Так, сколько здесь? Так, так, так. 330 грамм. Вот. Такой стаканчик. Открываешь, прям пахнет таким детством. В детстве были такие подушечки. Как оно вкусно пахнет. Прям такой карамелькой. Они мягкие. Достаточно. Не жесткие. Сладкие. Вкус клубнички. Очень вкусные. Берите. Смотрите, какие баночки прикольные. Тяжелая такая. Вкусно, рекомендую. Сладкие, конечно, но думаю, если с чаем, не сладким будет, очень вкусно. Очень. Такие они прям насыщенный клубничный вкус. И они не жесткие, не твердые. Хорошие. Рекомендую вам. Разбирайте, пока есть.